Так, будем смотреть на то, какое у меня каждый день доброе утро. Все молчат, все очень... Ну, не все молчат, но большинство все молчат, все рады, что я наконец-то пришла. Что сейчас я буду их кормить, делать уборку. Вот оно, мое доброе утро каждый день. Мне это все нужно сейчас убрать, наполнить кормушки, накормить моих птиц. Несмотря на то, что я это делаю каждый день, у меня каждый день вот такой, извиняюсь, срач. Вот я принесла еду. Яйца, кукуруза вареная, замоченное зерно. Помимо сухого корма, замочку я даю регулярно каждый день, потому что птицам полезно кушать замоченный корм, поэтому вот сейчас мне нужно это все убрать, накормить, и неважно, какими это могут быть планы на каждый день. В первую очередь, когда я просыпаюсь, я иду к своим птицам, делаю у них уборку и кормлю. Вот мамочка, она уже сидит, ждет, и папочка. Это видно по поведению. Мои деточки. Все меня ждут. Это очень прекрасно, когда тебя кто-то ждет. На самом деле. Все, начинаем делать важную уборку.